Ребята, всем привет! С вами снова мы, нубики в Майнкрафте! Фу-фу-фу-фу! И сегодня... Привет, ребята! Привет, нубик! И смотри, а что это такое? Ты посмотри! Вот это вот что такое? Вот это вот что такое? Да. Это какой-то механизм непонятный, состоящий из дерева и каких-то штук. Ребята, это что? Крафт-машина получается? Подождите, а что у нас сегодня на крафте? Ты не знаешь? По-моему, радужный меч, правильно? Радужный меч, я слышал то, что сегодня... Что? Что? Ты посмотри, кто стоит возле дома, нубик. Это Магомед. И он очень сильно похож на меня, нубик. Посмотри. Это просто моя копия. Да. Ну, давай к нему подойдем, может быть, спросим чего-нибудь. Давай. Привет, Магомед, ты чего тут забыл? Да-да-да, ребят, я, ну, собственно, владелец этого дома, вы что сюда пришли, как здесь вообще оказались? А мы просто сошли на наш сервер и оказались рядом с этим домом, заспавнились, правильно, нубик? Да-да-да, мы тут так бегали, кружились, и вот твой дом здоровенный такой. Ребят, а вы знаете о сегодняшнем испытании? Что? О каком испытании? Ну, тебе, нубик, сегодня поручено задание скрафтить радужный меч. Что? Что, радужный меч? А где взять ресурсы для радужного меча? Ну, нубик, нажми по мне правой кнопкой мыши, ты можешь посмотреть, как их получить. А перед началом этого видео давай-ка вы, ребят, попросим, чтобы они лайк поставили на канал, подписались и написали в комментариях, сколько будет 5 плюс 8, правильно, нубик? Нубик. Ничего себе, а чё так много? Реально? Такой сложный предмет. 5 плюс 8, это очень сложно посчитать. Ребята, а в сегодняшнее видео попадают вот эти ребята, которые вы видите у себя сейчас на экране. А если вы тоже хотите попасть, то прямо сейчас пишите в комментариях ответ на этот пример. Так, подожди, ну так что мы можем у него получить? Давай посмотрим. Ну-ка. Так, ого. У него можно разные цвета можно получить, алмазики. Обалдеть, удочку. Это что, радужные вот эти цвета? Ну да, ребят, я вам первое задание даю, это поймать рыбу и пожарить ее. Возьмите удочки у меня, идите ловить рыбу на каком-нибудь, в какой-нибудь реке. Что? Ну давай, нубик, возьмем удочку. Сложно. Удочку бери. Взял? Нубик? Так, я взял, да. Пойдем, тут где-нибудь рядом, надеюсь. Во, да, смотри, море тут находится у нас. А ну-ка, что, давай тогда закидываем. Ты посмотри, тут вон лошади плавают. Чего они тут забили? Блин, а тут еще осьминоги, которые, наверное, еще рыбы пугать все будут. Ну ладно. Это плохо. Это... Кстати, нубик, я у тебя хотел спросить, а что бы ты выбрал, дорогую машину или дешевую машину? Машину? Ну, конечно, я, наверное, выбрал бы дорогую, потому что дорогая, она, наверное, очень-очень крутая, нубик. В ней много всяких новых этих технологий, там, вот этих вот крутых, понял, да? Ну, да, и... там всякие телевизоры есть в машине, это вообще офигеть. Да, все-таки я думаю, то, что дорогая машина будет гораздо лучше. А ты спроси у подписчиков, чего бы они выбрали, ты кстати. Ты смотри, что я поймал, нубик, смотри. Ой! А у меня сорвалась, нубик, Так, а я упал. Мне надо немножко земли накопать, сейчас я поднимусь к тебе. Давай, нубик, у меня уже сорвалась одна рыба. Давай, а ну-ка, ловись, рыбка. Выловил. Ничего себе, нубик, я понял. Это, видимо, лошадь потеряла, что ли, или как? Лошадь, а почему? Да. Рыба, совсем не ловит, нубик. Так, опа, а я поймал, знаешь что? Я поймал? Господи, ты посмотри. И зачем же мне это надо? Ну, объясни, нубик. Давай, наверное, поменяем локацию немного, спустимся, может быть, вот сюда. И вот отсюда запустим удочку. Оп, я запустил. Надеюсь, что сейчас выпадет то, что нам нужно. И, кстати, я тебе, знаешь, что хочу по секрету сказать-то? То, что нам нужно с тобой еще накопать немного дерева, потому что нам нужно скрафтить верстак и пожарить эту рыбу, понял, нубик? Дерево? А нам понадобится еще уголь. А, и с помощью дерева можно это... Конечно, нубик, конечно, ты только рыбку иди быстрее поймай, потому что видео уже затягивается, и чего-то рыба совсем не хочет нормально ловиться. Ты, кстати, с подписчиком-то задай вопрос, что они какую машину больше хотят. Кстати, я хочу подписчиков спросить, что бы они выбрали, обычную машину или танк здоровенный, который стреляет бабахой? Это вообще такой танк здоровенный. Ничего себе, обалдеть, нубик. Он я такой, и взрывает все. А я такой себя. Видел уже, я видел где-то такой. А, нубик. Да? Да. Блин, я бы купил бы, кстати. Ну, я бы тоже, наверное, купил. Да, очень прикольно получилось. Ну, было бы, ты понял. Так, чего-то рыбка совсем здесь не клюет. Видимо, да нужно какую-то. Вот, там что-то клюет, подклюет. Какую-то. Опа, рыбка. Оп! Нубик! А я поймал то, что мне нужно. Давай, поэтому ты быстрее. А я гнилую плоть. О, это ты гнилыша этот поймал. А сколько надо рыбки поймать? Ну, нужно две рыбы, получается. Одну я поймал, две. И вторую теперь ты давай, лови, нубик. Ну, потому хорошо. Давай. Я тут уже, кстати, дерево ломаю. Сейчас я думаю, то, что у нас с тобой все получится. Кстати, у этого Магомеда, по-моему, тоже за дерево можно купить какие-то цвета радуги, я не помню какие. А, да. Но... красный цвет, оранжевый там всякие. Да, там оранжевый можно, еще какой-то. А я сейчас быстренько земли накопаю и быстренько перемещусь на другую локацию. Ты знаешь вообще, как ловить рыбу? Надо вообще сидеть очень тихо, чтобы не спугнуть ее. Конечно, а ты сидишь, общаешься со мной. Да, ты, да, это... надо тихо себя вести. Конечно, тихо надо. Это я... Ой, блин, господи. Поймал! Давай, лови, нубик, потому что я уже давным-давно поймала, а ты до сих пор никак поймать не можешь. Сейчас. Ты издеваешься, что ли? Надо было удочку зачаровать на удачу, чтобы рыба ловилась быстрее. А ты думаешь, она так будет быстрее ловиться, нубик? Да. Ничего себе.
А как это зависит от этого? Она, кстати, из лаки-блока может выпасть. Рыба? А у тебя что, есть лаки-блоки? Не, если бы они были, если бы они были, то это было бы очень, ну, прикольно. Я рыбу поймал, 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 поймал. А какую, которая нужна? Такая зеленая или какая? Ну, сырая. Ответь. Ну, сырая, понятно, делает то, что сырая. Я говорю, это, нормально. Ой, смотри, или ненормально? Где? Покажи. Да-да-да-да-да, Нубик, вот, все правильно. Отлично. Так, знаешь чего? Что нам надо? Дерево нужно накопать, и еще нам нужно с тобой сейчас сделать верстак и сделать себе какую-нибудь кирку, потому что нам нужно с тобой еще накопать булыжника для того, чтобы сделать себе печку, да? Нубик. Да. Нужна печка. Так, смотри, я накопал, получается, 48 дерева. И эти деревья. Я пойду, эти деревья, Нубик, я потрачу. Тебе сказать на что? Mm. Ты, наверное, будешь в шоке. Но я потрачу на цвета радуги эти 48 дерева. Так что нужно еще больше делать. Так, у меня вот еще есть 4. Я скажу, верстак, тебе зачем-то надо было он? Да, давай, Нубик, ты молодец. Сейчас я делаю себе уже. А тебе камень нужен? Конечно, я же вот и этот, сделал себе вот кирку, смотри, сейчас пойду накопаю по-быстренькому. Немного. А тебе много камня там надо? Камня? Ну сколько нам нужно камня-то для того, чтобы пожарить рыбу? Сколько? Ну 8-9, я не помню, 8, по-моему. 8. Сейчас подскажу, так. 8. Снизу 3, сверху 3, и по бокам по одному. 6, ну, 7, 8, 8. Ну, я же и говорю, то, что 8 надо, Нубик. А уголь как мы найдем? А зачем нам уголь, если у нас есть дерево, Нубик? Ты чего, совсем что ли? Слушай, я опять люблю. Ну, я и говорю. Так, смотри, это ты можешь еще одно дерево сломать там? Ну, да. Не дерево, а ты понял, в общем, одну деревяшку. Блин, мне... понял. Ты, в общем, загрузи сейчас дерево вот сюда вот. Загрузи. Так. Куда? А, вот сюда вот, Нубик, давай, опа. И загружай. Ой, куда ты поставил? Не этот, не этот, Нубик. Другие доски поставь. Во-во-во, да, вот это нормально. Так, и все, давай, я жарю рыбу. Посмотри, Нубик, мы сейчас с тобой добудем сразу 5 цветов. Ты представляешь, а сколько в радуге цветов ты можешь назвать количество? Я помню какую-то загадку, но не вспомню ее, наверное. Не вспомнишь, да? Ой, Нубик, я чуть не съел эту рыбу. Господи. Так, Нубик, все, пойдем, побежали. Мы тут уже недалеко находимся от этого нашего места. Уже, кстати, темно. Нубик, подойди ко мне. Стой, подойди. Так. Да. Опа. У меня есть кое-какая ловушка. Откуда у тебя? Ну, нашел. Подожди, а земля нужна для чего-то, я не помню. По-моему, нет. Ой, вроде нет, да. По-моему, земля. Мы с тобой строимся, как в Fortnite, знаешь такую игру? В Fortnite? Что? Да. Это что за игра такая необыкновенная? Давай, это Нубик. Это вообще лучшая игра. Магомед, мы нашли то, что нужно было, и наловили рыбу. Ребят, давай тогда обменивай у меня рыбу, потому что я уже проголодался. Ой, ладно. Так, Нубик, смотри, я, получается, получил оранжевый и желтый цвет. И сейчас получаю алмаз, лазурит и фиолетовый цвет. Нам с тобой осталось найти два цветочка вот этих красных мака. По-моему, я видел неподалеку от этой деревни, где-то тут был мак. А ну-ка. Мак. Вот, да, вот он, посмотри, вот это же мак называется, правильно? Это мак, цветок мак. Вот, я и говорю. Почти как Магомед. Да, мак и Магомед, реально, очень-очень круто получается. Так, давай, Нуб, стройся. Давай, Нубик. Опа, а у меня тут крыша над головой появилась. Я тебе помог. Так, Нубик. Магомед, а мы накопали то, что нужно было. Вернее, принесли тебе два цветочка. А тебе они, кстати, зачем нужны? Ну, ребята, у меня жена есть, собственно, которой цветы дарить нужно, понимаешь? А вот этих вот разноцветных цветов у меня очень много, а цветы очень нужны. Ого, прикольно. Ну все, тогда я вас покупаю два последних цвета. И, Нубик, пойдем загружать, наконец-то, в крафт-машину эти ресурсы. Сейчас нам их нужно загрузить последовательно. Тут назови цвета, как они идут. Красный, оранжевый, желтый. Да. Потом зеленый, голубой, синий, фиолетовый, правильно? Да, все так. Так, сколько это получается? 7 цветов. И смотри, в первую мы закидываем 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нубик, посмотри, нам осталось, мы с тобой загрузили ресурсы, и нам... А, Нуб, я совсем забыл, нужно еще загрузить палочки. Как же без палочек там может быть? Вот, загружаем. И, Нубик, нам осталось только, знаешь, чего сделать? Что нажать на вот эту кнопку, и мы получим вот этот вот меч, который был нарисован на картинке. Да? Да, давай, я нажму, что, наверное, потому что я же все-таки загрузил. Так, нажимай. Раз, два, три! Нубик, посмотри! Ничего себе! Посмотри, Нубик, а давай-ка его испытаем. Можно тебя ударить, Нуб? Ну, давай. А ну-ка, скажи, сколько сердечек отбавилось? Ой, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А ну-ка, давай ты теперь меня ударишь этим классным мечом, а ну-ка. Давай. Чтобы ребята мои тоже видели. Смотри. Бу-бум! Ого, 7,5 сердечек, Нубик, выпало! Ничего себе! А ты как читаешь, то что какой все-таки меч лучше? Вот такой вот радужный или обычный деревянный, Нубик? Обычный или деревянный? Я думаю, обычный. Может быть, давай тогда протестируем это, раз мы не можем с тобой никак определиться. А, у меня, кстати, есть. Я могу деревянный скрафтить меч. Я тоже могу, но только мне, по-моему, не хватает. А, нет, у меня как раз идеально хватает, Нубик. Сейчас. Да? А, нет, у меня не хватает. У меня хватает только на лопату. Давай. И давай.
Скинь мне этот мяч и давай протестируем, а потом ты тогда протестируешь, Нубик. Так, смотри, сначала бью деревянным, а ну-ка. Сколько сердечек? 3 вроде бы. Ага. Очень быстро восстановил здоровье. Так, а сейчас все восстановилось у тебя? Да. Давай теперь этим тестируем. Ну, мы правда знаем уже ответ, но все равно будет интересно. 6,5. Ага, а теперь давай ты-ка пробуй, Нубик. Давай, давай. Ну-ка. Давай, так, ну. Беру деревянный меч. Давай, ну. По голове. Ага, 2,5 сердца. Подожди, подожди, сейчас восстановится. Давай, бей. Ой, корову тоже пришлось посмотреть. Да, корове интересно. А тут 7,5. Обалдеть, Нубик. Это самый крутой меч радужный, который я когда-либо крафтил в своей жизни, Нуб. Ты можешь себе такое представить? Это обалдеть. Вообще офигенный меч. Он обалдеть. Радужный, я думаю, то, что нужно похвалиться Магомеду. Пойдем-ка быстренько сейчас расскажем о нашем крафте. Так, так, аккуратно надо как-то забираться здесь. Вот так. Вот так. Сейчас, вот так вот. А ну-ка, Нубик, сюда ко мне иди. Давай. Прыгаем. Прыгаем. Ставь, Нубик. Ну, Нубик. Она не ставится. Она что-то как-то мелькает. Так, пойдем, расскажем наконец-то Магомеду. Магомед! Магомед, смотри, чего мы скрафтили благодаря тебе сегодня. Ну, показывай. Вот, смотри. Обалдеть, Нубик, ну я-то знал то, что у тебя сегодня такое задание. Обалдеть, вы мне не сказали сразу то, что такой крутой меч у меня получится скрафтить. Ну, Нубик, я сохранял для тебя, как это назвать-то, Нубик? Тайну. Ну, тайну, да, тайну деревни. Так, ребята, у меня заканчивается зелье, по-моему, ночного зрения через 4 секунды. Давайте-ка я нас всех сейчас быстренько обетываю. И что, Нубик, я думаю, то, что на этой ноте можно заканчивать видео. Да, думаю, пускай да, закончим, ребята да. смотрят видео, которые видят сейчас на экране. Что дальше делают? Ставят лайки. Подписывайтесь на канал. И решают наши примеры. Да. И рассказывают своим бабушкам, папам, мамам, друзьям, всем о наших каналах. Так давайте, ребят, подписывайтесь. И скажу еще раз напоследок. Смотрите видео, которое видите у себя сейчас на экране. Всем пока, ребята. Пока.